Дорогие друзья, всем-всем привет! Смотрите, какое у меня буйство растений. Хотела начать видео утро на моем балконе. Ну, в общем-то, проснулась и, знаете, пока не попила кофе, никакого видео не смогла сделать. Хотя по плану у меня сейчас вот засниму видео и буду поливать растения. Смотрите. Видите, как опустились листочки? Это значит, его надо поливать. Ну, в общем, вот так вот у меня сейчас стоят растения. Я так и не придумала, куда поставить этот комод, чтобы вот эту всю стенку занять растениями. Вот в таком сейчас состоянии у меня мои орхидейки. Уже подготавливаются к следующему цветению. И на этой стороне тоже, ну, на этой стороне еще вот, видите, некоторые цветут. Вот, на верхней полочке бугенвилии. Ой, друзья, я никак не могу их пересадить, никак не соберусь, не пойду, не куплю горшки и не попересаживаю. Но хотя надо уже начать срочно прямо пересадку. У нас немножко похолодало. Вот. Не немножко, а таки множко. Здорово так. Так, этот картончик сбросил у меня все листочки. Я его сюда поставила. Так, ну, в общем, вот так вот сейчас выглядят мои растения. Вот. Знаете, надо, как говорится, заниматься пересадкой, но я сейчас занимаюсь в основном орхидеями. Тут видели видео, да? О пересадке вот одной орхидейки. Я ее поставила, немножечко вон водички налила. И, ну, в общем, наверное, сегодня или завтра надо ее посадить. Уже сегодня, какие уже вторые, по-моему, сутки стоит орхидейка. Вот это. Я обрезала цветонос, но не выбросила, так его поставила. Думаю, засохнет, потом выброшу. Тут у меня аспарагус, как всегда, начал. Он столько раз в этом году за это лето цвел, что столько от него, конечно, мусора. Смотрите, все падает, вот эти вот. Вот. Но цветет. И цветочки у него, когда присматриваешься, такие миленькие, они прямо, знаете, как такие маленькие-маленькие, такие миленькие ангелочки. Так, где-то здесь у меня был один плод. Если не упал, то, наверное, есть. Не вижу пока. А, вот он. Смотрите. Один плодик будет. Всегда стараюсь как бы сделать побольше плодов, но не получается. Это же надо опылять. Вот то, что опылилось, то и зародилось, как говорится. Так, сверху там у меня, смотрите, немножко желтеют листочки. Сейчас буду поливать, буду желтые снимать. Ну, в общем, вот так все пышно, красиво. Тут по чуть-чуть похолодало, начали фиалки. Смотрю, пошли в цвет. Никак не посажу, ну никак не посажу. В общем, надо заняться. А все, у меня времени не хватает. Тут у меня хоя опять цветет. Вон такие шары высокие. Так, здесь я обрезала это растение. Думаю, сейчас пойдет новые веточки, более зеленые пойдут. Вот этот за лето вырос. Смотрите, как вырос. Вон еще туда наверх, вон ветку надо будет как-то опустить ее вниз. В общем, тут они, конечно, растут. Вот это тоже я говорила, что я его пересажу, но, как всегда, нету времени. Так, это надо сюда повернуться. За лето, конечно, растения повыгорали, очень многие. Но надо заниматься. Сейчас буду заниматься, похолодало, и начну заниматься все своими растениями, потому что тут в жару просто невозможно находиться. Очень за лето поднимается температура на этом балконе. Поэтому у меня и окна притененные, видите. Ну, это лето у нас было, конечно, не такое жаркое, как прошлое лето, поэтому более-менее в этом году больше сохранилось у меня растений, чем за прошлое лето. Вот так вот и живем потихонечку.
я и мои растения. Так, это я вам показала так по-быстрому растение, которое у меня в этой комнате находится и с балконом. А здесь у меня хранятся мои швейные машиночки. Я их просто накрыла, чтобы они не выгорали, потому что некоторый пластик выгорает. В общем, вот так вот. Сейчас, наверное, подолью растения и буду заниматься вот этой посадкой. Вот. Видите, как выглядит? Ну, вот так вот у меня вот такое вот утро на моем балконе. Смотрите, какая красота. До сих пор цветет. Жалко, мало. Мало. Вон, еще будет цвести. Поздно начал цвести, но мало. В общем, такой вот небольшой обзорчик, быстренький. Вот, растений. Вот растения показываю, которые посадить надо, а у меня горшков нет. И нету времени пойти купить и сесть заняться пересадкой. О, смотрите, ободралась. Листик ободрался. В общем, сейчас займусь поливом и уборкой. Ладно, друзья, всем пока-пока. До следующего видео. Жду вас на своем канале.